Здравствуй, Дед Мороз, поздравляю тебя с новым наступающим годом. Я попрошу, чтобы ты мне подарил приставку. Каждую строчку письма первоклассник Лёня тщательно обдумывает, ведь читать его будет самый настоящий Дед Мороз. Перед отправкой еще раз напоминает сестре, чтобы разборчиво написала адрес и мигом на почту. Письмо непременно должно попасть в руки к волшебнику, тогда заветные желания точно исполнится, а может, удастся увидеть и самого зимнего чародея. Я хочу увидеть, что он, например, там наядный, с мешком красным. Или синий. Каждый день на адрес Деда Мороза из Мордовии уходит сотни писем, но попадают в Великий Устюг только правильно оформленные послания. Так что красивому самодельному лучше предпочесть конверт с маркой. И главное, не забыть написать обратный адрес, чтобы дедушка смог прислать ответ. К Новому году детишки не только пишут письма, вкладывают в конверт, они стараются разрисовать эти письма, чтобы Дедушке Морозу, получив это письмо, было приятно посмотреть на конверт. Да, рисуют, елки рисуют, новогодние игрушки, самого Деда Мороза рисуют. Новый год ждут не только мальчишки и девчонки, но и взрослые. Песен Деду Морозу они уже не пишут, но на чудо все равно надеются и ждут исполнения своих серьезных желаний. Повышение пенсии бы. Но Новый год – это время, когда ждешь какого-то чуда, волшебства. До праздника несколько недель. Сейчас самое время загадывать желания. Юлия Храмова, Александр Мажанов, Вести Мордовия.